Здравствуйте, здравствуйте, мои дорогие любимые зрители. С вами Регина из Италии, из прекрасной Флоренции. Это рубрика «Подсмотрелочки», обзор ваших покупок из Италии. Я делаю такие обзоры, когда делаю фотоотчеты для клиентов, одновременно делаю видео, фотографии, отсылаю каждому клиенту, публикую их в Телеграме, а также делаю короткие видео для Инстаграм, иногда публикую там, или для шорсов коротких видеоминутных, и также делаю 7-8-минутный обзор, стараюсь показать все. Где-то могу не назвать цену, потому что не могу помнить все подробно, но все цены вы можете посмотреть в моей группе Telegram. Разные позиции каждых брендов я публикую всегда в Telegram, лишь вам только нужно листать, потому что каждый день публикую разные бренды, и очень много, бывает даже более 1000 публикаций в день. Поэтому смотрите, пожалуйста, если вас что-то заинтересует с этого видео, то цены вы можете спросить либо посмотреть в моей группе Telegram. Давайте начнем, не будем затягивать, иначе я не успею. Ну, а все, что вы видите, можете заказать через меня, и я отправлю в вашу страну. Вы можете заказать с сайтов, с бутиков, с аутлетов. Я все могу выкупить. Вот эти вот шлепки, я могу ошибаться, по-моему, 132 евро, цена аутлета, а также есть в бежевом цвете, натуральная кожа. Заказала клиентка из Израиля. Заказала онлайн с аутлета, пришли очень быстро. Также вот такие вот шлепочки от бренда Michael Kors. Они имеют также цвет темно-синий, тоже красиво смотрятся. Все цены в моей группе Telegram. Сейчас могу ошибиться, сказать цену, поэтому не помню. В районе 90 с чем-то евро, где-то так стоит. Вот такие вот босоножки от Michael Kors. Все цены в моей группе Telegram. Вот недавно отсняла полностью коллекцию в аутлете Michael Kors. Также вот такие вот заказала следующая клиентка от Michael Kors. Эта покупка полетит в Россию. Это тоже в Россию. Полине. Вот такие две красавицы, две сестры заказали из России. Полине очень хороший бренд, красивые сумки, обувь. Другая клиентка заказала тоже от бренда Полине вот такие кроссовки. И здесь идет рюкзачок. Он прям, как кстати, прям комплектом можно носить, беленького цвета, с экстра скидкой минус 30%. Все цены, вся коллекция Полине я отсняла буквально недавно и опубликовала в Телеграм. Вам нужно листать постоянно. Полу Ральф Лаурен заказала следующая клиентка тоже из России. Вот такие вот с экстра скидочкой. Очень хорошие, очень-очень приятные цены были. И еще она получила минус 20%, так как в тот день была акция. Покупка двух позиций минус 20%. Очень хорошие цены. Я сейчас могу ошибиться, поэтому я вам не говорю. 60, по-моему, 2 евро плюс 62, так как две пары обуви, и минус 20%. Здесь много одежды, я ее покажу в конце. Давайте здесь вот от бренда Polo Ralph Lauren вот пакетик. Значит, это рубашки с коротким рукавом, финочки, с натурального льна материал. И 20% получили. Это не от этого. Вот здесь вот цена. Там просто бирочка от чего-то другого. 111 евро и минус 20%. Это голубой цвет. Ну, давайте тогда здесь уже продолжим. Давайте с вещами. Это вот в открытом виде такая же рубашечка, как она в сложенном виде. Лен 100%, цена такая же. Эта же клиентка заказала рубашку, тоже лен, только с длинным рукавом. Это мужская коллекция. Дальше, эта же клиентка заказала две. Это я сейчас фотографировала и здесь повесила. Две футболки от бренда Карл Лагерфельд. Вот такие. Делаю съемку одна. Обычно Виталик помогает, но ничего. Вот, тоже получили какие-то скидки. Сейчас не могу вспомнить, потому что акции меняются. Постоянно какие-то акции у Карл Лагерфельд, обновления, все цены в моей группе Telegram. А также, если полистаете, можете найти и всю коллекцию аутлета. Если не сможете найти, попросите меня, я найду вам и вышлю ссылку именно с моего телеграм-канала. Это заказ с Израиля, футболка от Карл Лагерфельд тоже. Цены стараюсь сейчас вам не показывать, чтобы время не терять на это, иначе я не успею. Это покупки от Adidas. Сейчас покажу вам. Вот такая вот толстовочка, но она тоненькая, не... Сейчас, секундочку, не толстая.
Извиняюсь, но я в домашних условиях делаю съемку для того, чтобы хотя бы вам показать, что покупают другие. Поэтому одной рукой немножко неудобно. Вот я вот покажу здесь сначала. Вот такие вот штаны, тоже от Adidas. Заказала. Это же клиентка. Это идет вот сюда вот комплектом к этой толстовочке. Также вот такие лосинки тоже от Adidas. Еще одна ветровка, курточка тоже от Adidas. Цены уже не озвучиваю. Все цены в моей группе Telegram. Также вот такие штаны Adidas. Это уже женская коллекция. Здесь идет вот такие вот вставки. Так. Дальше шортики от бренда Nike. Как вы видите, бренды разные заказывают клиенты. Здесь идет рубашка от Hugo Boss. Тоже с экстра скидочкой. Там вообще цена была такая суперская. Все цены в моей группе Telegram. Но я давайте покажу вам, потому что цена действительно реально очень хорошая. 38 евро, 39 евро. Здесь Polo Ralph Lauren. Футболка детская. И футболка женская, Polo Ralph Lauren. Также шортики, это уже другая клиентка, это детская коллекция. И также футболочка Polo Ralph Lauren. И здесь и идет рубашка, лен 100%, женская коллекция Polo Ralph Lauren. Цена 118 евро минус 20%. Еще футболочка от этого же бренда, детская коллекция. И... это я вам уже показала. Здесь джинсы тоже Polo Ralph Lauren. Женская коллекция. 96 евро минус 20%. Красивые текстильные сумочки Pinko с аутлета 52 евро. Вот такие примята кроссовки. Это 240 евро. Заказ с сайта. Классные вообще суперские кроссовки. Так, перемещаемся сюда. Tory Burch. Тори Бёрч, вот такие, 199 евро. Также очень много красивых очков, 4 очков. Вот такие Versace, минус 30% моя клиентка получила. Здесь разные модели. Подробно, спокойно вы можете посмотреть в моей группе Telegram. Я все отфотографировала и опубликовала. Здесь 5 сумочек от бренда Бёрбери, 289 евро спешл прайс. Здесь сумка от Фурла, 315 евро. Ну что ж, дорогие мои зрители, я поторопилась, показала практически все, но быстро. Ну что поделать, если вы хотите подробно фотки посмотреть, цены, заходите в мою группу Telegram, и вы будете видеть все, что я здесь вам показала. Ну что ж, дорогие мои зрители, на этом я с вами прощаюсь. Это моя доченька. До свидания. Видите, здесь у меня бардак.